Олеся и Кристина пришли в торговый центр не за покупками, а вопреки логике, навстречу с прекрасным. Студентки второго курса художественного колледжа с интересом рассматривают работы таких же молодых живописцев, как и они. На все выходные в торговом зале галереи обосновалась выставка молодых брянских художников. В число лучших попала и Олеся. Конечно, я думаю, это большое везение, что я попала сюда, и что кто-то посмотрит на мое творчество, и что... По-моему, это здорово все-таки. По соседству с живописными полотнами расположились открытки ручной работы, вязаные игрушки, смастеренные своими руками брелки и подвески, ароматные кусочки сваренного в домашних условиях мыла. На время работы арт-бульвара возможность показать свое мастерство появилась не только у мастеров хендмейда, но и у дизайнеров, поэтов, фотохудожников, музыкантов. Мероприятие – проект, созданный инициативной группой молодых людей при поддержке администрации Советского района города Брянска. Большая удача этого проекта в том, что молодые люди иногда не могут себя реализовать, показать себя. Сначала мы могли это сделать на бульваре Гагарина, сейчас нас приютил торговый центр «Галерея». Именно благодаря нему мы вот спрятались под крышу и можем организовывать такие фестивали вот в холодное время года. Организаторы проекта надеются, что фестиваль со временем будет только расширяться и обрастать новыми творческими связями. И наряду с выставками, поэтическими вечерами и концертами музыкантов, посетители арт-бульвара смогут принять участие в мастер-классах и познавательных лекциях. Елена Бочкарева, Владимир Сидоров, События Брянск.